Еще раз привет. Вот моя корзина. Все, что отложила, все взяла. Мой жадный хомяк. Вообще больной на всю голову. Значит, я вам покажу, какие цветочки у нас сейчас на теплом стане в обе. Ой, смотрите, какие фиалки. О, прикольные. Прям море. Море красивых фиалочек. Очень красиво. Классные. Вон там сиреневые. Так, значит, по орхидейкам. Дендры. Но здесь дорого. Я даже это покажу вам сейчас. Дендр 1200. Поэтому как бы неинтересно. Смотрите, крашенки. Так жалко их. Они красотки, конечно, но больное растение. Эта крашенка стоит. Ой, не так взяла. Сейчас. Ой, ой, ой. Так. 1000. Смотрите. Ой. 1799. А они там стояли. Помните? Гляньте, воском закапаны. Бедная. Воск на нее откуда-то попал. Значит, вот море. Красивые какие горшки. Недорого, 400 рублей. Значит, вот море орхидей. Море красоток. Море красоток. Они у них цена. Цена 1000... Ой, я не туда смотрю. 700 рублей цена. Значит, вот... красотки. Вон какой красивый, смотрите. Шикарный. Запах здесь вообще очень-очень вкусный. Ой, какая прикольная, гляньте. Сейчас ее... Но ничем не пахнет. И она бедная вывалилась. Это интересно, что за цветик. Бульбочку кто-то отломал. Так. Камбрия, что ли, такая? Да, камбрия. И цену кто-то... А, нет, 1100 камбрия. Ну, прикольная такая. Солнышко. А, вон она валяется, бедная бульбочка. Видите, кто-то сломал. Сейчас ее вставлю. Так, потом. Потом. Смотрите. Ой, какой красавчик. Во. Понюхаю. Сейчас они ничем не пахнут, а вон какой с темной губой. И вон какой красавчик. Сейчас его подниму. Ой, красавец. Ой, какая тоже прикольная вот эта. Переливается прям сильно. Ну, они по 400 рублей. Башмаки вон. Мауди. У меня тоже так. Мои там цветы никто не стыбзит. Нет. Мауди. Ой, смотрите, какой. Знаете, башмаки мне напоминают драконов. Головы драконов. Аж два. Две головки. Стоит он. У меня они растут, но что-то не очень. 1500. Так. Ну, что-то не огромный выбор. Вон какие красивые, смотрите. Камера в любом случае не передает. О, какой прикольный. Оранжевый. И огромный кустище. Вай, кому-то подфартит, если он будет по оценке. Смотрите. Вон какой. И оранжевый. Прикольный. У меня такого нету. Сейчас минутку. Тяжелый. И недорого на самом деле. Вот для такого куста недорого. 1200. О. Огромный. Тяжелый, тяжелый. Сейчас. Прошу прощения, я его поставлю. У него еще. Сейчас. Такие эти. Сейчас. Смотрите, он прям.
Язычок у него лакированный какой-то такой. Сейчас не пахнет. Ну, я думаю, они пахнут все. Просто по утрам и не в магазине. Вон какой красавчик. Он прям восковичок такой. Прикольный. Классные, классные, классные. Мне прям море, смотрите, море орхидей. Мне прям легче становится от моей депрессии. Ну вот что блогер Женечка показывает орхидейки, которые у нее в лобби таких вот, что шапка, я не помню, как называется, белое цветение, не помню, как называется цветочек. Таких у нас нету. Я вот смотрю, таких нет. У нас вообще не очень большой выбор. А, так, ванды вон висят. Сейчас я вам покажу ванды. Красивые, сиреневые. На камеру они как-то синие, а так сиреневые. Вон. 3,399. Клевые. И это, знаете, это аскоценды мини. Я так, у меня же была минька и умерла. Я очень хочу, мне нравится, что она маленькие листочки, у нее не широкие. Прикольная, классная, клевая. Хочу, но это дорого. Я уже, кажется, 3000 потеряла, хватит. Так, вон там тоже есть. Вон они. Сейчас я постараюсь приблизить. Я с телефона просто. А, вон они. И цена на них 299 рублей. Я туда не пойду. Не хочу. Вот я сейчас заберу своих красоток. Как бы мне так зайти, чтобы мои домашние не увидели, что я принесла. Не хочу никого травмировать. Психику не хочу им травмировать. Они, мне кажется, и так травмированы уже. Поэтому попробую зайти. Когда принесу домой, все распакую. Обязательно вам покажу. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.